30 июля. Я впервые за 2 года выбрался на перегон Южно-Уральской железной дороги. Именно участок Красногвардец Кинель. Вот сейчас держим путь в сторону станции Колтубанка. Лесной уже позади. Жара, конечно, конкретная. Вчера было 35, сегодня, видимо, такая же штука. Ничего как бы плохого там нет, но и хорошего тоже. В этом году у меня появилась возможность снимать сразу на две камеры, даже на три камеры, но я на две все-таки снимаю. В данный момент вот Sony 6000 Alpha снимает меня, да? А у меня вот в рюкзаке еще есть непосредственно Canon 1110D. Ну, достаточно так нормально при свете снимает, но все равно это не то, что там типа Nikon D4. Был бы в 2013 году такой набор, то все вышки бы были отсняты вообще конкретно, потому что сколько же возможностей было утеряно, потому что снимал же на один фотоаппарат Sony Alpha 37. И получилось так, что приходилось выбирать между видео и фото. А так бы было, ну, и то, и то. Но в конце концов, все равно достаточно неплохо этот период времени охватил. Я и мои коллеги там Чеканов, Айдаров, Абрамов, Иван 755. Так что вот такие вот были времена. А сейчас, конечно, скучнее стало.